Привет, привет. У нас сегодня 21 число. И что? И все. Сегодня будет жопа. Небольшой локальный капец. Вот, но я надеюсь, в этом капце выстоять и выжить. Так, все вроде взял. Побежали. Нужно сейчас достроить нашу конструкцию. Ее нужно еще и разобрать. То есть частично достроить, частично разобрать. Так, здесь вроде все нормально. Все остальные прелести и прочее мы будем наводить потом. Так. В принципе, я вот думал еще сделать обслуживаемую. Вот эту штучку сделать. Но здесь нужно тогда люк делать. Не знаю. Люк делать придется где-то посередине тогда. И как они с этим люком будут взаимодействовать, и что с ним будет, вообще неизвестно. Как и что. А так, с другой стороны, было бы удобно сюда забраться, так дык-дык-дык-дык, что-то починить, там какие-то блоки вот эти вот изнутри. В принципе, тоже вариант. Не знаю. Ну-ка, посмотрим, как этот люк будет здесь смотреться. Не пролезут они через него. Ну, еще есть вариант, что я поставлю люк, и это все грохнется. Вот тоже такой есть вариант. Веселый. И это будет тогда вообще полный капец локальный. Ладно, пока это все дело... Пока это все дело отложим. Итак, что у нас в самую первую очередь необходимо сделать? В первую очередь необходимо сделать что? Наверное, начать разбирать верхушечку. Да? Потому что здесь, в принципе, все готово. Здесь нужно два блока здесь поставить, закрыть. И здесь, получается, тоже пару блоков поставить, закрыть. Все. А вот сверху ничего не готово. Вот эти вот, можно колонны еще, да? Доапгрейдить. Что у нас там со сталью? Блин, сталь вообще летает. Так, сюда и сюда, в принципе, стали хватит. Но стали хватит, а ее нужно еще и оставить на колье. В общем, проблема. Колье-то тоже нужно будет апгрейдить. Ладно, поехали наверх. Поехали наверх. И откуда начать? Я вот думаю... Так, у меня деревяшечек нету, да, с собой. Фреймы. Ну, давай 40 сделаем. Не знаю, хватит, нет. Так, и вот так вот сделаем. Так, фреймы. Черт его знает, как это все будет работать сейчас, как это будет держаться. Мне надо, по идее, это все дело разобрать. Да? Так. По идее, должно держаться. Я надеюсь. Хе-хе. Так, верхнюю часть разобрать, а потом и нижнюю. Так, раз, два, три, четыре. Кто шагает дружно в ряд? На чем я прикрепил-то? На каблстоуне, да? Так, заберем факел. Кто молодец? Твою ж налево, я там дырку оставил. Пипец, ребята. Ну, это вообще, это традиция, по-моему. Священная традиция, когда Паша ломает себе ножку своему персонажу перед нападением в ночь прям. Ой, в день перед нападением он ломает ножку. Это вот просто без этого никак. Я не знаю, что это, почему это скорее всего, что-то подсознательное, да? Ой, твою ж налево, да? Так, давай таблетку еще глотнем. Пить захотела, да? Ну давай запьем. Так. Вообще, у меня слов просто нету. Это же нужно было умудриться. Со всей осторожностью подошел к решению вопроса и полетел вниз. Красавец, что сказать? Что у нас там с ногой-то? Состояние. Один хорс, один час, черт его знает, до вечера выживем или не выживем. Посмотрим, короче, ладно.
Ну, медленнее стало бежать явно. Не дык-дык-дык-дык-дык, а дык-дык-дык-дык-дык. Так вот надо сделать было сразу, просто по уму нормально сделать. Ерундой заниматься. Проще потом разобрать все это. Так, факела забрал. Слушай, если это сейчас дело разбираю, я становлюсь открытым, да, для зомбачков. Что это значит? Это значит, что мне нужно коля хотя бы поставить вот здесь вот для начала. Так, так. А с другой стороны, какая разница, будет здесь коля или нет, да? Они мне не помогут. Если зомбаки свалятся, то они свалятся. Мы не на голову, ладно. Фиг с ним, с этими колями. Поехали разбирать кирку в зубы. Так, еще факела. Работы предстоит целое море. Так, я же себе собрал этот, как он называется-то, пилилку эту, дрель земляную. Господи, название вылетело из головы. Короче, камень этот долго, потрачу я бензина, долго его слишком пилить. Надо еще накрафтить вот таких вот. Так, у нас что-то здесь все затухло, да, я смотрю. Так, так, так. Даже вот так вот сделаем, да? Прямоугольничков. Сколько, блин, я не знаю даже сколько. Давай 40 еще сделаем. Сделаем еще 43 прямоугольничков. Так. А здесь у нас что? Здесь тоже скрафтилось. Ха, 3 свинца здесь было, оказывается. Так, 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 так. Что нам надо? Что нам надо? Нам не надо ни шоколада, ни мармелада. И надо по-быстрому, кстати, да. Так, этой штукой я уже попользовался немножко, и она пришла в какую-то нехорошую негодность. Так, ну-ка, насколько она отремонтируется. Блин, теряет в качестве быстро очень. Плохо. Так, и бетон все-таки это не камень, да? А он будет быстрее, наверное. Затушу-ка я пока, чтобы она бесконтрольно. Блин, у нас 12 часов, ребята, уже. 12 часов, и все это дело как-то вообще очень медленно двигается. Кстати, боковушки надо же было еще сделать, да? Наклонные. Так, ребар. Вот такие. Здесь я не смогу, нужно, наверное, на этом, да? Да, здесь даже нету. Так, раз, два, три, четыре их нужно штучки. Сейчас по-быстрому скрафчу. Блин, медленно как ползает она со сломанной ножкой-то. Так, ребар, пиндин. Так, ну вроде это.
все. Самые такие мутные боковушки, блин, замучаешься ставить. Ага, побежал, а топливо? Чувак, а топливо? Или на ручном приводе будешь? 2000 хватит, не знаю. Пару бочек возьму еще. На всякие пожарные. Блин, топливо придется здесь крафтить, потому что что-то смотрю, как-то не особо много выпадает. Раньше с машин побольше сыпалось. Но все вы видели, да, сколько времени это занимает. Сейчас перезаправим. Так, я думаю, вот здесь вот сделать наклонные, получается, не до конца. Слушай, это... Чтобы они, получается, по колям поднимались, да, и сюда, и падали вниз. Так вот. Ну, такая дурацкая конструкция получается немножко. Вот на бур может прийти к рекуне. Вот это палево, на самом деле. Бесит меня еще, что бур постоянно вверх задирается. Прям такие сложности дополнительные. Прям с ума сойти, куда бы деться. Сделали. Так, я вот по-хорошему бы вот это вот все надо тоже снести, блин, но я не знаю, у меня столько времени нету и ресурсов нету. Этот бур, блин, он вообще, посмотрите, какое здесь сверло убитое. Я не успею это сделать, поэтому здесь починю просто, чтобы оно не обвалилось вообще. Так, здесь фрейм надо поставить. Ну а дальше там зомбаки снесут, так снесут, хрен с ними. Жалко, нету пистолета, блин, на него две запчасти, я не знаю, когда они появятся вообще. Так, по-хорошему бы вот это вот снести. Было бы неплохо, да, наверное? Так, так, так. И у нас останется один пояс вот такой вот, вон там он получается. Так, ну-ка остались у меня кубики, нет. А кубиков-то у меня не осталось. Я их закинул. Будем на весу делать. Так. Сейчас вот таким вот образом сделать надо, наверное, да? Или здесь. Не хватало еще раз укупать, да? Так. Тынц. Тынц. Стоп. Там что, есть уже, что ли? Твою мать, нифига непонятно. Есть вроде, да? Так, 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 здесь. Тут вроде есть. Так. Блин, когда эта фигня так висит, вообще не поймешь, где она висит, есть она, нету. Так, там я поставил. Так, здесь вроде тоже. Все, да? Так, ну еще разок отремонтируем и снесем эти. Чуть скраб не нажал, да. Кстати, снесем бочечка. А, убил бочки. Что нам делать-то? Еще. Так, время 3 часа, ребята. Так, 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 так. В принципе, если я здесь снесу, то не нужно будет
никакой рампы делать. Просто можно снести вот эти вот все штуки. А ну-ка, киркой. Так, 2, 3, 4 удара. Лучше киркой, наверное. И ресурсы мотоблока этого немножко сэкономлю. И плюс это. Ну, вероятность меньше, что придет крикушка. Здесь быстро, в принципе, развивается, ничего страшного. Жалко, блин, бур плохой. Ну, какой нашел. Это хорошо, что я еще нашел вчера запчасти, эти шестеренки Аугер. В этом зимнем биоме, где, да, в лагерь куда-то забежал, там, уже не помню. По-моему, в магазине инструментов я это дело добыл. Ладно, продолжаем. Решил я снести, в общем, и вторую эту баррикаду. Пускай они падают сразу на Коле, потому что, ну, какой смысл тогда в Колях, которые стоят около стены, чтобы на них никто не падал, правильно? Я этот построил тогда еще, когда мне другие задачи были. Сейчас это под эти задачи не подходит. Поэтому баррикадину эту уберу, потому что потом ее будет геморройнее убирать. Смысла нету. Вот, вот эти верхние блоки бетонные, которые остались. Я один, наверное, зря скрафтил. Ну, пускай будет уже, хрен с ним. Так, как бы нам здесь сделать? Здесь по-хорошему бы... Так. Главное еще раз не сверзнуться вниз. Это будет плохо. Ну, сейчас потихонечку, здесь уже понятно, да, затея. Сейчас брутся и спускаюсь. И за собой лестницу эту убираю. Столбик. Так, последние штрихи у нас остаются. Здесь, в принципе, все. Надо поставить только балки. Так, что мы сейчас, в принципе, и сделаем. Так, балки, 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 балки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, они еще достать же должны, ёкаламане. Так, и колья. Колья, колья. Ой, блин, куда же я его поставил? Метнул такой чисто. Два ряда у меня стояли. Кто-то предлагает высоту их поставить еще в два ряда. Ну, блин, я как-то не вижу большого смысла. Остальные будем сразу делать, чтобы сразу подольше продержались. Так, сейчас бы поскорее еще за это застыло все. И будет хорошо. А вот такая красота получилась. Единственное, что я сделать забыл, я забыл факелы поставить. И я уже закрыл это все дело. Так, что же нам сделать-то факелами с факелами? Ну, попробуем так вот налепить. Сюда не знаю куда. Блин. Молодец, конечно. Так. Окей, пойдет. Сейчас сюда еще воткнем. Сюда куда-нибудь. И сюда, я думаю, будет, в принципе, светло. Должно быть светло. Так, ну все, в принципе, оборона готова. Я вот думал сбегать на крышу магазина еще посмотреть. Может, там что-нибудь выпадет. Вроде там не осмотрел на банке. Блин, как медленно она ползет, тащится. И у нас 5:30. В принципе, скоро нападение. Ну давай, открывайся, господи. Как медленно он открывается, этот люк. А, кто молодец? Убрал две ступеньки, не одну, да? Не, мы будем скромно. По-скромному. Вот так вот. А здесь вообще было что-нибудь, нет? Да было вроде. Где-то что-то я лутал.
Так, рюкзачок пустой. Блин, и зря я его посмотрел. Ха-ха. Да, не отреспилось ничего. Ну ладно. Ну что, ребятка, ребятки, самое вкусное сейчас будет нападение у нас. Ножка моя пройдет, не пройдет, не знаю. Пора, кстати, баночки делать. Так, давайте посмотрим, когда ножка пройдет. Через 5 минут. А это по игровому времени, наверное, просто какое-то офигенное количество. Так, наелся, напился. Вроде как, да? Что это было? А, гроза, наверное, началась, да? Как обычно, там дождик пошел. Так, 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 так. Ну, вроде все, все. Запасы всякие разные взял. Да, гроза это. Не знаю, отключу я, наверное, всю штуку-то. Поехали наверх. Молоток есть, цемент есть. Ты-дыщ-дыщ-дыщ. Слышите? Чичабах-бах. Ох, блин, не знаю, чем это сегодня все кончится. Блин, здесь не застыла еще эта фигня. А вот... Ладно, пускай будет закрыто. Вот это должна еще застыть, ее нужно заапгрейдить. Ну, собственно говоря, и все. Сейчас ребята пойдут. Была бы еще видеокамера, так наверху поставить, да, в видео. И чтобы она показывала, откуда бегут зомбаки, когда там, что. Тут такие мониторы какие-нибудь сделать. Чтобы все это дело снимать. Так, ящиков понаставил, чтобы море лута получить, да? На самом деле, я не знаю, что там с морем лута. Блин, жалко, эта фигня не застыла. Это просто очень ужасно. Если она поломается, это будет пипец просто, ребята. И она как раз, блин, над люком. Ну что делать, что за херня-то такая? Сколько она будет застывать? Они вроде как иногда дамажат по вот этим вот балкам. У нее это всего-то ничего хп, пока она не замерзшая там. Если у обычного блока полторы... Ой. Все, мазав пока. Ух, блин, подтормозило как, да? Ну они пока сейчас протиснутся там, по идее. О, побежали. Блин, чем все это закончится, я не знаю. Вдруг механика поломалась в этих, как их называют, вертикальные, которые стойкие делал, вон те вон. Вот там разносят, а. Блин, застынь, падла. Застынь, сволочь. Ты должна застынуть. Жесть какая наверху творится. Мясорубка. Но одно радует, они сейчас пока сюда доползут, у них там будет, ну, уже хп маловато. И сюда, по идее, дойдут только самые стойкие, и они уже будут обескровлены. Ну, я надеюсь, это мои планы такие наполеоновские. Черт его знает, как оно все на самом деле будет. Ну, 13 минут прошло, пока еще не доползли. Но они никуда не денутся. Если они Коля уничтожат, которые около вот этих вот последнего ряда, они начнут последний ряд ломать. По-любому. Вон там уже мелькает кто-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это кто? Здоров, чувак. Ты где там? А чё, он сразу убился, что ли? А как бы тебя полутать, а? О, первый этот лут принесли. Свалился такой. На, держи, говорит. Я тебе курточку принес. Блин. Ну, конечно, вот эта вот ловушка для зомбаков, это вообще милое дело на самом деле. Просто милейшее. А ты откуда? Я чуть не видел тебя, чтоб ты падала. Падла такая. Еще вякает. Да где ж ты? Ну посмотрите, какой лут, да? Так, так. А, там еще одна. Я думаю, что за ерунда? Почему я ее не вижу? Ой-ой-ой. Балерина, блин, какая-то это, походу, была. Черт знает, я попаду по ней? Нет, не попал. Показывает, типа, сюда падает, но на самом деле не падает. На самом деле нет. Ну что, я надеюсь еще солдат полутать. Не знаю, на самом деле, как
Что? Ну, такая надежда есть. Когда там моя ножка-то пройдет? Сколько осталось? Минута 11. О! Ух ты, блин, какой. Жердяй, что ли, да? Потник. Так, у меня топор есть? Есть. Ну давай, давай на колышке тогда. Что ж ты крутишься как ненормально? Иди сюда. Вот. Ой, блин, я выстрелил, что ли, нечаянно. Бедняжка, я мало орешки отстрелил. Слушай, ну-ка с дробовика пальнем. Там вроде как самое... Вот это да. Че ты не лутаешься? Да ты живой, подлюка такая. Слушайте, и ноги ему никак не отстрелить. О, застыло. Не понял, я же бетон брал. Че за номер? Ну пойдемте возьмем бетон. Бетон нужен, без бетона никак. Вдруг что, да? Странно, я вроде положил. 1000 как раз взял. Ну ладно. Нет, так нет. Сейчас заапгрейдим. Так, бетончик. А это сюда как раз. Тын-дын. Это сюда. Дын-дын. Курточку можно вот сюда положить. Все, пойдем. Деловитый такой. Кстати, ножка прошла. Тыщ-дыщ-дыщ. Ух ты. Футболисты тут, все дела. Так, стоп. Вот смотрите. Покоцали, падла, да? Так, где у нас кто? Что? Мимо. О, шахтерку. Зеленый бур, прикиньте. Живем. Слушайте, ну это милое дело вообще, а. Что-то толстяк, по-моему, какой-то самый ошалевший из этих. Да блин, Паша, ты что делаешь? Давайте вот топором загасим. На, тварь по пузу. Блин. На тебе. Блин, сейчас отрублю все конечности. Сволочь такая. Он еще один шахтер свалился. Так. Давай сюда, что там у тебя? Еще одна. Да блин, люк-то зачем открывать было? О, крикуны. Ой, что такое было? Господи, это что было-то? Что там за мутация была, я что-то так и не понял. Слушай, а что, они повредили, что ли? Вон бетон, смотрю. Какой-то покоцанный. А, это походу с текстурами какая-то проблема. Че, расклеили снег? Так. Генеральная уборка трупов. На. Мутация. О, он... Это какая-то вуман была. Вот хазмат, да? Нифига он. Как он называется этот? Инвентарь здоровый какой-то получается. Или мне показалось. Пойдемте поднимемся наверх, посмотрим. Что мы можем сделать? Чем мы можем им помочь еще? Блин, мимо. Ты задрало, чудовище, орать. Так, господи, как они дергаются. Хрен попадешь по ним, блин. Так. Подлюка такая. Ну-ка, а этой штукой мы сможем? Что-то как-то мимо. В основном. Но смогли, да? Но мимо. Ты чё такая ошалевшая?
Где тут разберешься с вами, блин, господи. Так. Еще одно чудо приползло. Иди сюда, шахтерку. Блин. Да куда ж ты пополз? О. Сиденье приволок. Еще один. Как-то они медленно. Так. Тара-тара-тарам. Да ты чё такой резкий-то, а? Вот слушайте, жирные самые охеревшие, по-моему. У меня прям большое желание ему с дробовика врезать. На, тварь, блин. Чё там, кому отстрелил, нет? На, тварина. Иди сюда. Иди сюда. Да что ж ты никак не успокоишься, а? Хера себе, он в кусок мяса превратился сразу. А чё так это... Где все трупы-то, я не понял. Вы что, сразу скидываете все, да? Ну ладно. Господи. На. Прикол вообще. Слушайте, он какой-то исчезающий. Эту без башки оставили. Ну, по башке. Попал. Ах ты. Уборка трупов. Так, ну-ка там вниз ничего не упало. Ну что тут скочит? Не поймешь, что. Вот, валяется, да? Косточек будет. Мама, не горюй. Опять жердяй. Да елки-палки. Слушайте, они, походу, еще не протиснулись все. Потому что что-то как-то мало их. Блин, вот карусель любят они. Так, где у нас там будет? Да ёшкин, матрёшкин. Куда вы ползёте, а? Слушай, а чё здесь? А, здесь я не это. Или нет? Да, не задел, получается. Она тогда ещё не застыла. И я это дело не заделал. Куда ты, зараза? Чисто топором зафигачил. Опа, военные, слушайте, вот эти твари мне тогда досаждали. На. Чё, плохо? На. На. На, ещё тварь. На. И ты тоже валяйся. Блин, меня заразили. А я, кстати, ни аптечку, ничего не взял. Вот они живущие, падла, а. Блин, господи, жизнь какая. А где эти военные-то красивые, здоровенные? Кого лутать? Вы чё, офигели? Да блин, в дырочку не попадаю. Они чё, улетают, что ли? Чё за хрень какая-то, а? Нездоровая. Ну я так не играю, блин. Это вообще какая-то ерунда. Мазафака, блин. Нету трупаков. Нету, нету, просто и все. Я че, блин, зря стрелял тут столько.
попаду, попал. Ай, блин. Ну, веселая получилась войнушка. Блин, да что ж такое? Ну, как-то несинхронно голову свою показывать. А ну-ка, дубинку попробую. Ну, на тебе по руке, падла такая. О! Ох ты ж черт! Блин, еще один мутант прибежал. Ух! Да блин, опять упал. Слушайте, а полицейских нету, да? Что-то в этот раз. Ну пока нету, во всяком случае. Ловцы на дальней дистанции. Так. Блин, два военных, а куда они делись, непонятно. И где лут с них, тоже непонятно. Черлидерша какая-то. Да ты хватит тут, а? Майнеры, блин. Так. Чего-то я слюни раньше времени распустил. Думал, что здесь прям сейчас будет море лута. Фигушки. Так. Да что ты тут? На! Ой-ой-ой, что у них там под юбочкой? Орёт. Одни зубами стучат. Блин, мимо. Лопатка. Ух ты ж, полицейский. Ну, для тебя тогда вот такая штука есть. На. Бля, он не перезаряжен, не заряжен. Да ты сдохнешь, что ли? Пипец. Нихера он быстро взорвался. Вот это неожиданно. Ну, сам виноват, слишком рисковал я. Надо было все-таки отойти. Да, бывает в жизни огорчения. Так. Где у нас там подъем-то? Хорошо, рюкзак упал во внутреннюю часть, а не во внешнюю. 128 хп. Наверное, было 130. 136, по-моему, было, да? Где-то. Та-да-та-дам, та-да-та-дам. Так. Лишнее поукидываем тогда. И вода, да? Нам не нужна. Пу-пу-пу-пу-пу. Ничего. Ничего. Эй, а куда ты, тварь, делась, а? Ну посмотрите, ну что это за фигня такая-то, а? Я так не договаривался. Я так не играю. Хазмат. Ползет, ползет. Тык, свалилась. Ну-ка, пойдемте. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, куда-то свалилась. Вот тварь, а. Пара гнилых бутеров. Слушайте, ну все работает вроде как, да? Все работает и все хорошо работает. Так, где он там? Зомби. Что-то там потихонечку. О-о-о-о, давай. Нету ничего. Такая мешанина. Так, ну ничего нету, да?
Та-та-та-ра-та-ра. Методично разбираем зомбачков. Так, стой. Дай-ка я... О, нету ничего. Еще кто-то упал. О, военные. Вот этих военных тварей надо здесь убивать, я так понимаю, потому что они куда-то исчезают. Так, еще одна черлидерша пустая. Вот карусель, это красавцы. Так, у нас сколько? 2 часа. Они до утра же будут идти, да? По идее. Есть еще один. Ногу, давай. Ногу помощи окажу. Не, что-то как-то не попал вроде. Вроде целишься в голову, а не попадаешь никуда. Задрал мне этот воплями своими, уродец. Там еще один, походу, да, где-то орет. Зомбачки вы мои, зомбачки. Слушайте, ну остальные Коля молодцы, да? Держатся. О, еще одна. Давай сюда. Ну где ж ты там была? Твою мать. Замесили ее. О, журнальчик дали. Блин, да куда ж ты стреляешь? Как так получилось-то, я не помню. Ну-ка сюда, ребята. Сюда, давайте. Я вам помогу. Военные эти красивые, здоровенные. Ого, наполовину уже стесали стальной. Как медленно. Надо эту, да, собирать. Где эти запчасти взять вообще? Ну вот если бы не глючило, да, я бы уже нескольких военных точно полутал бы. Это что за рёв? Там что-то какая-то неведомая тварь, что ли? Во, упал. Господи. Это что такое? Бля, я боюсь, что это полицейские. Опять. Да, это полицейские. Так, мы эту тварь сейчас будем отсюда расстреливать. Ого, покоцали, смотрите, надо починить тоже, да? Как медленно, а? Господи, сдохнет он, нет? Не, он походу не сдохнет, он взорвется. Урода кусок, а? Да, взорвался. Не хватает дамага. Не успеваю я просто убивать, он взрывается. Он начинает взрываться, когда хп у него мало. И он начинает рвать. О, военный. ПНВ дал, блин, урод. Так, пойдемте вниз. Внизу все-таки лучше лутать. Ребята, сюда. Сюда идем. Опять крикун пришел. Так, что-то там с лутом. 2 бакса дали. Какие-то странные звуки. Как будто кто-то перезаряжается. Еще военные. На ракетницу дал детали. Ну, ракетница, конечно, очень актуальна, блин. Так, стоп. Футболер. Нифига себе, смотрите, какие-то красные эти. Я таких не видел еще.
Это круто. Факел принес. Красавчик. Так, это у нас... Блин. Так, пойдемте лут сложим. А то что-то прям уже дофига. Так, это мы засчитаем. Да, рокет ланчер. Где ты там был? Исчез, блин. Так, этот за лутом, да? Слушайте, ну прям... Можно отдельно серию делать из войны. Собачки. Да что ж ты, Паша, делаешь-то? Так. Как-то странно летают все эти ошметки. О! Слушайте, лут сам падает уже. Красота. Так. Это у нас что? Не, топорик, топорик. По идее, лут валится же, да, у нас? Что-то дали. Господи, верещи. Какие-то звуки странные. Вот кто-то перезаряжается. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да что ж вы так орете-то, паразиты? Держи в очко подачу. Собачка бедная. Ой, крикуна этого, блин. Забили. Ребята, ну да. Еще бы мощность побольше. Я имею в виду firepower, то есть оружие. Ничего. Чтобы их побыстрее убивать, побыстрее фармить. Потому что так это очень медленно. Ну, по идее, чтобы firepower был, нужно оружие огнестрельное, да? Огнестрельное оружие, это значит порох. У нас такое спорное решение, ребята, приняли. Пимсы. Ничего себе, уже рассвет. Что-то я там залутал, да? Разнеся вот это все вот по разным биомам. Это очень плохо на самом деле. Кстати, интересно, что там наверху у нас получится? Насколько все плохо? Насколько колето? Стой! Упал такой, как Буратино, блин. А ну-ка, с дробовичка. Так, дробовичок надо починить, наверное. И зарядить, да? 8.35. Не дают полутать. Там трупик вроде образовался. Хо-хо-хо. Жестоко. Футболисты команды зомби. Это не наша команда. Ничего. Тоже ничего. Какая-то фигня невидимая. Facial piercings. Это что такое? Наверное, какой-то пирсинг, да? Ну все, наверное, да, я так понимаю. Это последние ребята остались, самые стойкие. Сейчас мы их... Так, один успокоился. У хазмата, смотрите, какой большой этот. Как я уже говорил, в принципе, да? Большой инвентарь. Прям огромный. Как будто они какая-то высшая раса зомби.
хиникалистых. Так, это зовут она. По пузику. Тут по каске получил. Блин, нету у него ничего. На, держи. Наоборот, куда пополз? Стой, падла. На. На. Боевой топор индейцев. На. Слушайте, вообще прикол. А чё я его до сих пор не разрубил на части? Из чего он сделан, блин? Из металла? Эй, откинуло что-то. На, по башке. Чингачгук большой змей, заработай. Это последние зомбаки, я так понимаю. Да что ж вы уползаете? Что вам, не нравится, что ли? Ай! О, один сдох. Так. Да нет, какой-то труп появился неожиданно. Да что ж такое? Я вот, наверное, сам больше разрушил, чем зомбаки. Жалко, умер от полицейского, конечно. Совсем как-то плохо получилось. Чё я ему там отрубил? Еще одну ногу? О, сдох. Какая-то броня металлическая. О, металлическая, военная, милитарий, в смысле, хотел сказать. Да куда ж ты ползешь? Не-не-не, чувак, давай сюда, на серединку, ты там потом тебя ни скулев не снимешь. Пипец, пополз. Пехотинец, блин. Сэр, есть сэр! Да что ж такое, а? Как-то он хитро ползает. Падла, как будто что-то знает. Вот засранец такой, а. Маневренный самый паразит такой, а. Так, топориком разберем. По-моему, топориком. Да что ж ты. Подлюка, когда ты сдохнешь, а? Где ты там есть? Нет, живучий какой, а. Ты на него посмотри. Блин, меня он задрал уже. Да, еще и мимо. Еее, наконец. Пипец. Я его мучил из-за одной трубы. Так, ну что, дубинку зуба, пойдемте посмотрим на то, что у нас там наверху. Ну, в принципе, и на этом завершим. А то серия получится просто какая-то громадная, двухчасовая, мне кажется. Пипец тут. Оборона оборонная получилась. Откроем башкой люк. Блин, надо было скинуть лут. А вот у нас ящики здесь. Внезапно. Хазматические шапочки, пирсинг невидимый. Так, гвоздик. Ти-ли-ли. Так, с какой стороны здесь, по-моему, да, я заходил? Рассвет, живем. Ну, эта ночь как-то прошла, ребята, реально спокойно. Здесь вот снесли все. Еще и здесь полутать успею, да? Прям реально спокойно прошла ночь. Если здесь сделать еще коле нормально, вот тут вот снизу. Тоже. Блин, да ты... Овца, блин. Обязательно вот напороться надо было. Так, ну-ка. Нет, не достает. Ну все. Все. Ладно, ребята, на этом закончим. Они пришли, получается, с этой горы, с этого направления. На этом мы закончим наше сегодняшнее приключение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Вступайте в группу ВК. У нас скоро уже будет 100 человек, а может уже 100 человек. Было 99, я видел. Вот. И всем удачи, всем пока.